Сегодня про магию стереотипов. Что такое стереотипы? Это те же самые клише, заклинания, которые действуют в основном против вас. Почему они действуют против вас? Потому что там причинно-следственная связь нарушена, она не рабочая. Значит, сейчас очень много в интернете, я вижу, берет журналист, обычно мужчина, интервью у каких-то женщин, девушек с вопросом, а сколько бы они хотели, чтобы зарабатывал ее молодой человек. Ну, вообще, корректность этого вопроса, как они бьются с отношениями, ну, для некоторых вообще не играет роли вообще-то. Они не смотрят на это. Но. И дальше идут комменты, которые, как всегда, да, видно, что у людей работает стереотип, что она должна быть такой-то и красивой, и умной, и там, я не знаю, там какой-то знать 5 языков. На самом деле, если ты дочка миллионера какого-то или у тебя обеспеченный отец, то тебе просто нечего будет делать с бедным мальчиком. Вот просто как, ты с ним через какое-то время расстанешься, потому что у него элементарно не будет денег там на такси тебе, там напоить кофе, сводить тебя в ресторан, к которому ты привыкла. Вот и все, на этом все и закончится. Просто, не потому, что ты совершенная какая-то умная, красивая, или там какая-то у тебя 3 бизнеса. Вообще никакой связи с отношениями это не имеет. То есть получается, и если идти обратным путем и сравнить, вот кто у меня, допустим, выходит замуж, мультимиллионер, это люди с миллионными, сотнями миллионами состоянием, последний, ну, думаю, что миллиард там точно есть. Значит, первая — это девочка, закончила наш технический вуз в Днепре и вышла замуж за мультимиллионера, работая на определенном сайте. Ну, тогда OnlyFans не было, там что-то другое было. Сейчас она с ним живет, уже родила ему детей, путешествует, они вообще путешествуют, они вообще не живут там где-то в одной локации. Никаких языков она не знает, никакой какой-то бешеной красотой она не обладает, никакими титулами, ни мисс, ни королева, ни дочка богатых родителей. Ну, сами понимаете, кто там на этом OnlyFans может работать. А вторая — это она приходила к своей маме, ее мама работала посудомойкой в замке в Крыму. Там один из крупных богатых миллионеров имел виллу, и весь народ вокруг был бедный, нищий. Единственная возможность у них заработать — это работать у него там, что там, полы мыть какие-то, ну, такое, виноград его там срезать и так далее. Вот так вот она вышла замуж, у них уже 2 детей, ей было 17 лет, а у него еще была жена с 2 детьми, и женщина с положением, он с ней развелся. Кстати, виллу это он ей оставил и построил другую виллу. А это он мультимиллионер. А этой дочери, даже не поварихи, а дочери посудомойки. Вот она там чисто, вот ее маманя посуду мыла. Никаких, естественно, знаний, языков. Ну, она была красивая, ну как красивая. Так вот, никакой связи между совершенством вашим, умом, красотой нет. И то, как вы выходите замуж. Есть только одно, что работает, причинно-следственная связь. Вам надо находиться там, где эти миллионеры. А ваша, забейте, не морочите себе голову, каким надо быть. А, собственно говоря, стереотипы, они направлены на то, чтобы вы шли ложным путем. Ну, будете вы совершенствоваться, поверьте мне, что есть навыки более полезные, чем знание языков. Я ни в коем случае никого не хочу сказать, что вот не учите языки, учите. Если вам это нравится, если это вам дает какой-то, прибавляет энергии в жизни. Но, по сути, самые важные навыки в жизни, учиться думать своей головой, собирать информацию, управлять людьми, уметь убеждать людей и зарабатывать деньги. А все остальное, а еще следить за своим здоровьем. Но опять же, человек с логикой, с головой на плечах, он всегда это делает. А вот если вы чего-то решили достичь, да, посмотрите, откуда это берется у людей, у которых это уже есть. А вот эти все стереотипы, ну, они не работают. Какая вы ни есть, если вы никогда не заинтересуете мужчину, даже если вы умная, красивая, богатая, если он вас даже не видит никогда, нигде. И у вас в 10 раз повышаются шансы, если вы там полы даже моете. Это уже больше шансов.